Сейчас нам Land Rover изобразит. У него какой объем? 4,3. А мощность? 300. Во, он даже снег нашел тут, смотри. Мой любимый план боковой. Стой! Давай! Здесь горки-то тоже не слабые. А давай прямо здесь. Здесь такой же точно склон, как и здесь, один в один. Просто здесь он со снегом будет интересно. Идет, идет здесь по снегу. На снег идет. Вот у него свесы короткие какие. Пиздец. Залез ты, смотри. Что значит дуль, да? Аж трава горит, да? Это самый легкий. Ништяк. Откройте капот, пожалуйста. Та-дам! Та-дам! Ну только это не один УЗ, а три УЗ. Ну я и вижу. 4,3, 330. Land Rover. Крышка от 1 УЗ. Крышка от 1 УЗ, а мотор 3 УЗ. Вот такой вот жесткий свап. Да, он еще на газу, кстати, и на бензине. Ну, раздатка родная. Ровера. Раздатка родная, а коробка. А автоматов, автостоеры. 4,3, 330, да? Да. Сейчас такой же ставим на Патрик и на Патрол все первый кузов. А я думаю, что так Land Rover орет слишком сильно как-то. Не характерно для Land Rover. Он тяжелый, наверное, мотор. 350 килограмм. Субаровский 150.